Здорово, дорогие друзья, сегодня охуенный день, и сейчас вот я съездил в магазин, и, ну, как вы знаете, вот, кто смотрит мои видео, там, ну, пусть и не с самого начала, ну, достаточно, ну, продолжительное время знают, что я люблю есть, что я очень много люблю есть, и это видео, вот, и вот эти, что, ну, перед этим видео несколько, они лучшее доказательство моих слов, ведь... Я не просто люблю есть много, я люблю есть вот, ну, буквально до отвала, вот, ну, пока там, можно сказать, желудок не лопнет, то есть набиваю свой живот, ну, потому что это единственное, что вот радует меня в жизни. И сейчас я очень рад, вот, что я съездил в магазин и купил, как вы думаете, что вот? Я съездил в магазин за печеньем, за вот таким огромным ящиком. И вот люди сейчас скажут, бля, нихуя себе, вот она как две мои головы, можно сказать. Но вот самое ну, печальное вот, для обычных людей и наоборот вот радостная новость для меня, что я его, вот этот весь ящик, могу съесть очень быстро, буквально там за 10, за 15 минут, ведь я очень люблю есть. Здесь вот оно, ну, не просто обычно, вот, а, ну, сейчас это плохо видно, но здесь вот внутри в каждом печенье вот такое желе, вот, ну, или как его назвать, хуй знает, но, по крайней мере, это, ну, печенье называется желейное, вот, желейное, и внутри вот есть желе там с какими-то фруктами, ну, то есть, а само печенье это сдобное, вот сдобное, как вы знаете, есть много видов там, но печенье разных и сдобное, это самое охуенное, вот самое вкусное. Сейчас будет производиться анбоксинг, вот пленочка вот такая, блять, это не так просто. О, вот, я вскрыл, и сейчас вот можно в полной мере, ну, хотя они вот их не очень удачно уложили, вот, ну, вот, смотрите, на каждой, ну, печенье вот такое желе, и если бы оно лежало вот так, этим желе вверх, то вы увидели вот, что это выглядит намного лучше, чем вот сейчас, а это желе там с фруктами, с какой-то хуйней, ну, то есть... Это его здесь очень много. И еще в качестве дополнительного оборудования вот такой чай. Я, ну, прошу прощения за то, что у меня грязная вот чашка. Ну, как вы знаете, вот если пить с ней чай, то она там даже если идеально белоснежно там, ну, кристально чистая, то через несколько дней она, ну, превращается вот в такую. Если мы каждый раз ее, ну, после каждого там чаепития ее мыть, то это буквально заебет очень быстро, вот, и я не вижу в этом никакого смысла. Давайте же вот возьмем одно, вот так оно выглядит, ну, на вид ничего примечательного, на запах, но тоже я бы не сказал. Даже вот отчетливого запаха фруктов здесь не чувствуется. Ну, вот на вкус. Как вы знаете, есть несколько видов вот, ну, печенья, но есть там сахарное, есть как вот это сдобное, вот, бля, ребят, как вы знаете, вот штатив у меня, к сожалению, не обзавелся вот до сегодняшнего момента. Вот это сдобное, и сдобное, на мой взгляд, намного вкуснее, чем сахарное. Оно не такое вот, ну, приторное, как сахарное, и, но тем не менее, оно сладкое, вот. Желе вот это очень отчетливо чувствуется, ну, то есть они его, ну, положили не просто там на отъебись там, чтобы название вот такое, ну, поставить, нет, действительно, здесь очень много, я не знаю, есть ли в нем, ну, какие-то настоящие там
фрукты или нет, но, по крайней мере, на вкус оно не такой вот, не химический вкус, а довольно нормальный. Вот вы, наверное, спросите, нахуя я пью печенье с чаем, ведь на улице там плюс 30, плюс 40 градусов, но, дорогие друзья, вот, ну, даже ученые там сошлись во мнении, что летом как раз нужно пить все не холодное, как вот хочется, а именно горячего чая, там вся хуйня, ну потому что, не знаю, ну, почему, но так решили ученые. Оно еще вот с кунжутом. Вот так оно выглядит. Я использую обычный черный чай без ароматизаторов, там без, ну, каких-то вкусовых добавок там, бля. Ну, потому что это самый обычный, самый дешевый, самый уёбищный чай. Но тем не менее, вот, несмотря на то, что он самый уёбищный, он и самый вкусный, вот, ну, классика, можно сказать, вот. И вот, наверное, спросите, нахуй я взял вот так много его, ведь, бля, оно там состоит из, ну, теста, вот, оно очень, ну, калорийное, ну, именно поэтому, дорогие друзья, я люблю очень есть, очень много есть, и вот этого печенья я сейчас съел, не помню сколько, ну, штук 6 где-то, и вот я абсолютно не наелся, и даже если я съем все это, вот, то я думаю, я не особо наемся, буквально там съем за 10-15 минут, и уже через час снова захочу есть. И в прошлых видео там я, опять же, читаю все, ну, комментарии, вот, ну, так что обязательно оставляйте их, где было видео с мороженым, кто-то из подписчиков написал, ну, типа, ну, я дословно не помню, но что-то в стиле у тебя там, ну, будет инсулинорезистентность, да? Дорогие друзья, я никому не советую вести вот такой образ жизни, ну, потому что это действительно очень вредно. И несмотря на то, что я ем очень много, вот буквально вот этому печенье мне там на 10-15 минут, я бы не сказал, что я там, ну, жирный вот с пузом. И вы, наверное, спросите, в чем секрет, дорогие друзья? А ведь весь секрет в том, что, ну, на мой взгляд, вот эти все, ну, проблемы со здоровьем начинаются в тот момент, ну, когда у человека там возникают, ну, проблемы с гормональным фоном. И основной вот запускающий механизм ожирения, это если у человека высокий уровень женских гормонов, эстрогенов. И один из главных, ну, причин, ну, когда они, ну, повышаются, это из-за потребления там алкоголя, из-за курения сигарет. Вот, и я веду абсолютно там здоровый образ жизни, я ни разу в жизни не употреблял алкоголь. Именно, ну, поэтому, наверное, я при вот таком, ну, казалось бы, очень вредном образе жизни еще, ну, там, ну, не вешу 100, не вешу, ну, 200 килограмм, вот. И если вы хотите вот так же, как я, очень много есть и не толстеть, то никогда там не курите, не бухайте. Ведь, на мой взгляд, именно от употребления вот, вот таких охуенных вещей, там, вы, ну, получаете намного, ну, больше
удовольствия, чем от потребления там алкоголя, сих, всей этой хуйни. Ведь это хоть и вредно, но не так вредно, вот как алкоголь. И, в общем, сегодня было такое охуенное видео, сегодня был обзор на печенье. Если вы спросите, ну почему вот я не съел его весь, ведь в названии видео заявлено там, что я должен вот съесть его все, но дело в том, что в таком случае это видео затянулось бы там до 10, до 15 минут. Я не думаю, что кто-то бы его досмотрел до конца, а я обязательно вот сейчас чаем все это съем, и вот для меня это не составит никакого труда. В общем, сегодня было такое видео, обзор на целый ящик вот такого охуительного печенья. Если вам понравилось видео, ставьте ему палец вверх, подписывайтесь на канал, и до встречи в новых видео.